Это жизненный цикл «Помни» из цифрового цирка. ТикТок — это ее любимое приложение. И этот ничем не примечательный вечер она коротала за ним. Нет, успею. Должен. Чё? О, успел. Не поняла, мем. О май гарабл, Данила! Не с подругами так. Ой, какая жизнь, у нас каждый день так в школе. Забавно. Ах да, Хэллоуин! Я совсем забыла, мне нужен костюм или маску хотя бы какую-нибудь. Батя, поднимайся, мне помощь нужна. Я уже иду. Я ищу костюм для Хэллоуина, вот здесь западаю, столько она вся пыльная. Можешь ее протереть и положить мне на кровать? Ну, доча, ну у меня же руки в салате. Ну, я тебе показала, да, папа? Ладно, ну салат-то у меня стоит. Потом доготовишь свой салат, я тебе помогу. Ну ладно. Вот это, да, она тяжелая? Нет, она легче твоей самой маленькой гантели. Давай поторапливайся, мне надо примерить этот красивый костюмчик. Вот так, тряхнем. Он мне очень нравится. Ну и получай. Вот все, папа, спасибо. Не за что, доча. Наверное, мне надо все-таки снизу пролезть и вдеть это на себя. Но сейчас и попробую. Наверное, сделаю это лежа. Так, вроде получается. Оп! Что со мной происходит? Помогите! Что у вас там происходит? Опять шумите, ну что же вы такие неугомонные? Ты что, мечом в окно попал? О, господи. Подожди, а где дочка-то? Папа. Где она? Не знаю. Как это не знаешь? Ну куда ты тогда должна была деться? Я вот этот костюм надела, и магия произошла, и она как-то в окно усвистела. Выпала в окно? О, черт, да, беги срочно за ней! Бежу. Сейчас буду вызывать скорую. Блин, ну как это произошло-то? Я просто понять не могу. Приветствую вас, игроки! Я Кейн. А вас как зовут? Да, впрочем, не важно. Сейчас я буду демонстрировать вам. Вам, мои друзья. Как я умею колдовать. Итак, внимайте и учитесь у меня. Сейчас я заспавню корову, а вы наблюдайте, что с ней произойдет. Потому что вы должны видеть, какой я могущественный маг. Итак, заряжай палочку и бах! Вот она, корова. А теперь наблюдайте за фокусом. Бам! Подключаем к ней вот такой вот свещающийся сенсор. И она потихоньку начинает взлетать вместе со мной. И сейчас, смотрите, я ее взорву! Бам! Ой, аж ударился! Вот так вот. Но это еще не все, что я умею. Я покажу вам еще один трюк. Можете ли вы так, скажите мне? Так, а ничего не происходит. Почему же, а? Почему, ребят? Вы скажите в комментариях. Почему ничего не происходит? Что я пытаюсь показать? Бам. Где я, да? А я сзади! Ха-ха! Вот так вот я телепортнулся о вас, а вы даже не поняли! Ха-ха-ха! Вот это все пока что. А? Кто-то хочет мне что-то сказать? Не услышал. Ты! Я знал, что ты захочешь мне что-то сказать, потому что ты новенькая, я совсем забыл. Уж извини, но я не знаю даже, как тебя звать, и, наверное, у тебя нет имени. Есть оно или нет? Да. То есть нет. Или... Ага. Иди сюда. Хорошо. Сейчас я тебе покажу фокус. Чтобы не обижать... Ты должна поучаствовать. Итак, смотри, что я делаю. Я ставлю землю. И ты должна пройти сквозь нее. У тебя это спокойно получится. Готова? Да, хотя я не совсем уверена в своих магических способностях. Но давай, не бойся, все будет в порядке. Ну, раз ты настаиваешь... Ты сможешь выбраться. Так, а я прошла. У меня получилось.
Эй, я не могу выбраться обратно. Черт, они меня закрыли. Что? Как мне выбраться? Я не могу добраться наверх. Это было просто. Черт, меня просто облапошили. Что мне теперь делать в этой странной берлоге? Я же ничего не вижу, кроме неба и солнца. Это капец. Помогите! Черт, ну зачем я здесь сижу? Даже не знаю. Нечего мне здесь делать. Может, как-то раскопать эту землю? Так, может здесь? Может, они меня выпустят? Выпустите! Посмотри вверх! Вообще не пускают. Помни! Что? Ваше рандом имя... Помни? Это мое рандомное имя? Мне дали имя. Помни. Звучит прикольно. Ну, теперь-то можно меня выпустить? Я поняла, буду звать себя Помни. Блин, не пускаю. Подождите, что это такое там? Я лучше сюда вскопаю. Сейчас как-нибудь потихонечку копаем. Получится, наверное. Оп. Получилось. Еще совсем чуть-чуть, я выберусь. Так. Кстати, я могу все это вскопать, чтобы оно мне не мешало здесь. Все, я эту коробку уничтожу, и никто меня не сможет запереть. А, так вот оно что. Это блок, через который можно проходить. Вот так вот. Не сказал бы, что это прям магия, это какой-то просто фальшивый блок. Понятненько теперь все, что нас просто надувают. Что это такое, а? Черт, это громадная страшная хрень. Она хочет напасть на меня? Ой-ой-ой, она бежит, ребята, бежим. Я вот сюда вот встану. Все, она меня не достанет, она меня не достанет. Фу, я пережила. Отлично. Фу. О нет, она уничтожает моих друзей. Нет, прямо всех. Они теперь все сломаны. Бедные. Ну, я не знаю, я не виновата, что это чудище там стояло. Блин, что делать? Может мне как-то на него прыгнуть? Ладно, попробую это сделать. Раз, два, три. Получилось. Теперь я бегаю на этом существе. Я могу теперь все что угодно. Круто. Блин, а что мне делать теперь? Ну да, я сижу на нем, но все мои друзья погибли. По крайней мере, я их считала друзьями, но они просто стояли и не спасали меня. Может быть, он и приказал это сделать? Эй, выходи, Кейн, я помню, как тебя зовут, и я вызываю тебя на битву. Да, никто не выходит. Эй, монстряка, я ж на тебе сижу. Давай, как ты вызывай Кейна, он мне нужен, и все такое. Да, что? С чего бы это я тебе должен помогать? Оставь! Ай, прекращай! Ай! Другое дело. Это было достаточно грубо, с твоей стороны. Ну ничего. Я еще жива. Ну и знаешь что? Ты должен мне помогать с той стати, что я могу просто тебе сделать чик-чик-чик-чик-чик. Зови Кайна! Вызываю Кайна. Нет, но мне нужно увеличиться. Кайн, я сломаю твой мир. Хороший мальчик. О боже, что я натворила? Кажется, я сделала это зря. О, не так быстро, дружочек. Вылезла нечисть, обратно полезай. Ну-ка, моя супер магия все решит. Так легко. Подожди, я вижу еще остатки. Затолкаем ее. Так-то лучше. Так о чем это я? Ну, вроде ушел. Прости, деточка, я не хотел. Честно, не хотел, чтобы это произошло с тобой. И дико извиняюсь, я просто отлучился в кафешку и... Мне немного стыдно за это.
Но, знаешь, я так думаю, ты можешь спокойно защищать наш цирк. Поэтому сейчас я тебя увеличу, чтобы у тебя было больше силы и потенциала. Надеюсь, ты не против? Ой, я расту! Я становлюсь все больше и больше! Теперь, мне кажется, я смогу спокойно справляться со всеми этими монстряшками! Спасибо тебе! А теперь предлагаю замять это дело и пойти в кафешку. Что думаешь, моя красавица? Звучит здорово! Так я и думал. Пойдем! Сейчас только столик закажу. Подожди здесь минутку. Не туда. Да. Да. Ну, вроде бы прикольный жизненный цикл у меня получился. Пиши в комментариях, как тебе помни, няшка она или все-таки не очень. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Ну и, конечно же, не теряй!